Жители нашей республики, мы зажжем разноцветные огни, которые озарят своим сиянием все вокруг. И в этот радостный день мы приглашаем на сцену главу администрации города Луганска Луганской Народной Республики Манолиса Васильевича Пилалова. Добрый день, дорогие земляки, уважаемые луганчане. Время неумолимо движется вперед. Завершается 2022 год. Год, который был для нас трудным и сложным. Но в то же время он принес для нас главное решение. Именно в этом году мы стали одним целым с Российской Федерацией, с Большой Россией. Я думаю, что этот год, он уже вписан в историю. И я думаю, что вместе с вами мы прошли тяжелый путь. Целых 8 лет мы ждали, когда же это свершится. Новый год – это семейный праздник. И мне бы очень хотелось бы, чтобы мы этот год встретили все вместе. Вместе в своих семьях. Вместе с теми людьми, которые сегодня находятся на передовой и защищают рубежи нашей Родины. Вместе с теми людьми, которые сегодня стоят на страже нашей общественной безопасности. Много можно говорить по этому поводу, но самое главное, я думаю, что все мечты, которые у нас есть, они связаны сегодня с нашей Россией. Я желаю, чтобы эти мечты сбылись и принесли здоровье в каждую семью, здоровье нашим детям и нашим внукам. Уважаемые луганчане, от всей души хочу поздравить всех нас самым долгожданным и любимым праздником Новым годом. Пусть этот Новый год принесет каждую семью мира и благополучия, здоровья детям и внукам, здоровья всем нам. С праздником, с наступающим 2023 годом! Друзья, ну а какой же новогодний праздник без Деда Мороза и Снегурочки? Прямо с Северного полюса сказочные герои спешат на театральную площадь. И сейчас мы встречаем дорогих гостей. Давайте поприветствуем их дружными аплодисментами. Встречайте, Дед Мороз и Снегурочка! Здравствуйте, луганчане и гости славного Луганска! Здравствуйте, жители республики! Я ваш веселый Дед Мороз. Я вам известие принес, что Новый год уже в дороге и скоро будет на пороге. Вы чудо ждете, чудо будет. И Дед Мороз вас не забудет, подарок каждому положен, заботливым мешок уложен, завязан, упакован ярко, ведь каждый ждет сейчас подарка, чудес и сказки к январю, и это все я вам дарю. Здравствуйте, мои друзья! Всех вас рада видеть я! Я метели не боюсь, я Снегурочкой зовусь, желаю счастья в Новый год, добро и мир пусть принесет, любовью души пусть согреет, улыбок смеха не жалеет. С Новым годом! С Новым годом! Поздравляем всех друзей, поздравляем всех гостей, счастья вам, добра желаем и веселых, мирных дней! Ой, Дедушка Мороз, посмотри, какая елочка на площади, да, большая, да. Красивая. Вот только одна беда, дедушка. Какая? А елка наша не горит, огнями нас не веселит. Это, говорит, беда. Эту мы беду исправим, елочку сиять заставим. Ну-ка, елка, улыбнись, светом радости зажгись. Скажем дружно, раз, два, три,
Елочка, гори! Приготовились и... Раз, два, три! Елочка, гори! Прокричали мы без толку. Не горят огни на елке. Видно, кто-то не кричал. Видно, кто-то промолчал. Ну-ка, давайте еще раз. Все вместе, дружно. И... Раз, два, три. Елочка, гори! Yeah.